Уютно и комфортно. Губернатор Павел Коньков в пятницу посетил кардиологическое отделение палаты интенсивной терапии Кинешемской ЦРБ. В прошлом году здесь завершили текущий ремонт. Заменили плитку и линолеум, поменяли сантехнику, дверные блоки и электропроводку. Кардиоотделение было определенной проблемой. В том числе здесь и реанимация с самими палатами на разных этажах находилась. Поэтому сюда на текущий ремонт направлено было 6 миллионов. Мы с вами сегодня посмотрели. Это светлые, комфортные помещения. Это хорошо оборудованное отделение. Что приятно, то, что уже мы получили определенные результаты с точки зрения снижения смертности, соответственно, эффективности оказания этой помощи. Это кардиоотделение – межрайонный сосудистый центр. Сюда привозят пациентов не только из Кинешмы и Кинешемского района, а еще из Юрьевецкого и Заволжского районов. Медики говорят, день на день не приходится. Бывает и по 15 больных за сутки поступает. Только за эту пятницу в отделении 12 новичков. Комфортно, все прекрасно, хорошо чувствуем себя. Когда попали, еще не так, а сейчас подлечили. В отделении 45 коек, есть и реанимация. Острый инфаркт миокарда, нарушение ритма сердца, гипертонические кризы. Все лечат здесь. Также есть возможность транспортировки пациентов в областные учреждения. Потому что приходится тяжелых больных на далекие расстояния, например, на стентирование или на экстренные операции на сердце везти в Иваново, сюда был отдан единственный автомобиль класса С. То есть это не просто реанимобиль, это реанимация на колесах, скажем так, оборудованный всем необходимым, всей необходимой аппаратурой, в том числе аппаратурой слежения и оказания помощи во время транспортировки. Задача номер один этого года, по словам главного медика Светланы Романчук, укомплектование Кинешемской ЦРБ недостающими кадрами. Больница нуждается в участковых терапевтах, педиатрах и узких специалистах. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Кинешемский район.